Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Наконец-то появились мои первые всходы. Ну, выражение «наконец-то появились», конечно, не совсем тут уместно, потому что я сеяла их совсем недавно, я даже не ожидала их так быстро. Вот у меня 28 января были посеяны все мои, вот я вам показывала, для получение раннего урожая в теплицу по дворе дочка я сеяла. Я туда сильно и не заглядывала, я ожидала дня через два, но сегодня я увидела, что вот эти перцы уже подняли пленочку, которая была закрыта. Видите, они желтенькие, они еще даже у меня не были на свету. Я когда их начала открывать, увидела, что и томаты появились. Вот они, томаты. У меня грунт влажный, был закрыт сверху полиэтиленовой пленкой. Все, они чувствуют себя хорошо. Посевы, которые я сеяла 27 и 28, взошли, но не все равномерно. Поэтому я всегда говорю, что лучше разные сорта в один лоток не сеять. Видите, одни уже дружно взошли, другие еще не появились. И потом будет проблема. Эти будут большие, эти будут маленькие. Но когда первые посевы и смешанные, это необходимость. Сею так, по несколько рядочков. Вот сейчас я вам покажу. Написано было. Так, где же они? Вот. Томаты в теплицу 28 января. Вот выделителем текста. Слева направо жаростойкий алтайский сюрприз, петруша, сибирская тройка. Все перечислено и написано. Пометка. Все семена были посеяны в один день без обработки. То есть сухими. Я не замачивала, ничего с ним не делала. В грунт, обработанный привикуром. Бороздки были тоже обработаны, пролиты привикуром. Вот это значит, что за 5 дней, вот с 28 января, за 5 дней они в сухом виде там и набухли, и проснулись, и проклюнулись. И вот они скоро вылезут. Вот эти петельки, это будущие мои томаты для теплицы. Как они будут дальше себя чувствовать, как будут в рассаде расти, я вам потом все тоже покажу. А перец вот этот, который я по обмену получила, вот взошел от Меренковой Нины. Вот он взошел в первую очередь. Он, вероятно, были свежие семена, потому что он один из всего лотка почему-то первый вылез. И очень дружно, вот видите, такими дружными рядами стоят перцы. Ну все, первые посевы появились. Теперь буду сеять перец простой для теплицы. А, и хотела еще сказать, что 28 января, когда я посеяла томаты, в этот же день я сеяла и перцы. Но перцы еще не взошли, потому что перцы обычно всходят дольше, чем томаты. Я не расстраиваюсь и не переживаю. Это вот такие сортовые особенности перца, что он почему-то, ну не знаю, может быть у кого-то там они, если стимулировать его, то он быстро. Но у меня перец всегда всходит чуть позже, чем томаты. Но свои семена, я еще раз повторю, вот эти, которые сеяла, я не обрабатывала, не замачивала. И предпосевной обработки у меня никакой не было. Просто сухие семена клала во влажный грунт. Все, взошли за 5 дней. До свидания. Я смотрю, там у многих уже есть посевы. Кто-то даже хвалился, вот кто у меня семена выписывал. У них уже там 2-3 настоящих листочка. Это очень радует. Надеюсь, что скоро мои помидорки тоже вас догонят. А то мне прям смотреть завидно. У всех уже есть зелень, а у меня еще ничего. До свидания. Желаю всем хороших посевов, 100% всхожести.